И что тут у нас за баня? Давайте посмотрим. Ну, такая. Так, смотрите, я нашел нож чей-то. Это вот, 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 это вот. Так что я выложу это все на видео. На видео. Хозяин найдется. Это... Вон цапля была, но... Улетела. Так и не получилось снять. А я здесь часто их вижу. А это что, болото какое-то? Ну, какое-то озеро. Здесь эти кони часто, табун. А вон, кстати, вон... Привет, друзья! Вы на канале «Удивительное Окунево». Сегодня 16 августа. И вот я со своими друзьями из Кургана приехали на озеро Деви. Чертыхаться не будем в эфире, да? Озеро Деви, скажем. Вот. Сейчас у нас 10:30 утра. Вот мы на двух машинках приехали с Валерием. Вот Нива Шевроле и моя буханочка. Вот нас 13 человек получается. Ну, я их уже не первый год вожу. Это, можно сказать, друзья мои уже. И у нас программа всегда с утра озеро Деви. И оттуда мы прям напрямую едем на озеро Данилово. И там кедровая баня. Так что вот такая у нас будет сегодня программа. Два озера всего лишь, зато которые находятся в противоположных направлениях. Озеро Деви находится возле Окунева в 4 километрах, если напрямую от Окунева будет. Это 4 километра, так если как птица летит через лес, а вот в том направлении. А на машине ехать 90 километров в объезд через Муромцево, поэтому... А Данилово в противоположную сторону, на восток, оно уже находится в Новосибирской области, 75 километров от Окунева. То есть мы вот в противоположный конец поедем нашего путешествия. Ну и там банька кедровая. Погодка обещает сегодня быть хорошей. Ну, в сравнении с которая была. Похолодало, было вот... Вчера там 15 градусов, позавчера вообще 11. Это дневная, я имею в виду. Но сегодня вроде разгонится до 21 градуса. Ну ладно, друзья. Будем дальше снимать. Привет, друзья. Вы на канале «Удивительное Окунево». Сегодня 16 августа. И вот я со своими друзьями из Кургана приехали на озеро Деви. Чертыхаться не будем в эфире, да? Озеро Деви, скажем. Вот. Сейчас у нас 10:30 утра. Вот мы на двух машинках приехали с Валерием. Вот Нива Шевроле и моя буханочка. Вот нас 13 человек получается. Ну, я их уже не первый год вожу. Это, можно сказать, друзья мои уже. И у нас программа всегда с утра озеро Деви, и оттуда мы прям напрямую едем на озеро Данилово, и там кедровая баня. Так что вот такая у нас будет сегодня программа. Два озера всего лишь, зато которые находятся в противоположных направлениях. Озеро Деви находится возле Окунева в 4 километрах, если напрямую от Окунева будет. Это 4 километра, так если как птица летит через лес, а вот в том направлении. А на машине ехать 90 километров в объезд через Муромцево. Поэтому, а Данилово в противоположную сторону,
на восток, оно уже находится в Новосибирской области, 75 километров от Окунева. То есть мы вот противоположный конец поедем нашего путешествия. Ну и там банька кедровая. Погодка обещает сегодня быть хорошей. Меня снял бы еще. Куда? Под аппаратом, что я подвиг себе решил. Фотоаппаратом. Звезда Ютуба будешь. Да, нет. Не надо. Первый, что в воду пойдет греть. Миллион просмотров. Муж меня потом выгонит. Потом у тебя это... Сильно холодное, что ли? Нет, доктор, мы меня теряем. К ногам. Так-то водоросли не страшно. Ну хорошо, Леточка, давай уже куда-нибудь. Это все естественно. Кто первый? Ты уже была первая. Я бы поплавала. Ага, ныряй. Все, я все. Я выйду. Я тоже все. Я окунулась. Не лукова, реально. Холодная вода. И скользко. Короче, понятно, что Юля у нас морж. Юля морж. Кто морж? Вон, Юра. Здравствуйте. Пожалуйста, больше пяти на домкрат не вставайте. Ага. Мы его только подняли, он может упасть. А, здесь вот хоть сколько стоите. Хорошо. А туда, пожалуйста, по... хотя бы какое счастье. Тебя что, давно не видно было? Ну вот, сейчас увидела. Привез. Чертыхаться. Да. В эфире не чертыхаться. Попрошу, да, YouTube демонетизирует видео. Это что, сети здесь рыбу ловят? Да, да, да. Да, это вид долго будет. Иди, Алексей, пожалуйста. Где мой телефон? Лебедь, лебедь, точно. Я пошел за камерой, за приближающей. Тихо, тихо, тихо. Юсиф! Наташа, не спускайся! Тут водоросли. Ой, так я не колючий. Ну это естественно же все. Это же водоросли. Где? Где? Класс. Я, наверное, громче всех купалась. Вот я прошел чуть-чуть по болоту, чтобы вот ракурс новый поснимать отсюда. Вот видите? Вот все ходуном ходит. Ну тут такая вот тропиночка, а вот я вначале там пошел, там у меня стало проваливаться все. Ну тут даже клюкву собирают, вот местные ходят. Болото натуральное. Так и не видно. Вот видите? Так, ладненько. Вот у них баня тут, друзья. Когда-то тут был пирс. Когда-то тут пирс был. Вот осталось от него трухлявые деревья. Вот так он был. Видите, зарос. А, не, вот он, между деревьями, да, вот. Вот так он шел. Все заросло. И что тут у нас за баня? Давайте посмотрим. Ну, такая. Как раз под народное название озера. Подходит.
Ну, в принципе, все названия народные, но я имею в виду то, в котором чертыхаются. Вот такая у нас баня здесь. Вот, друзья, это я первый раз года за три, за четыре, наверное, сюда подъехал на машине. Я доезжал там до полянки и оставлял, потому что, ну, даже если, вот как сейчас сухо проехать можно, ветками сильно дерет машину. Вот, Валерий-то на Ниве, Нива поуже, полегче проезжает, а... Ну, в этот раз решил я проехать. Ну, так, терпимо. Наверное, царапины какие-то будут небольшие. Посмотрим. Смотрите, там сколько деревьев повалило. Вообще здесь березы мне такие нравятся. Они какие-то необычные. Очень уж высокие. Вот там на Данилова тоже березняк, но там пониже. Здесь прям, ну, вообще они... какие-то гигантские, высоченные. Вот видите, там расщепилась береза. Что-то я вступил. Видите, след мой остался. Смотрел в камеру и не увидел. Опа, кто-то нож оставил, смотрите, на пеньке. Вот сейчас. Вот такой вот ножичек. Надо отдать этим смотрящим. Прям с чехольчиком. Так что смотрите, кто увидит. Ой, на видео. Смотрите, я верну сейчас этим. Здесь смотрящим. Так что, видите, друзья, здесь коровы ходят, прям к озеру подходят. Но я вот ни разу не видел. Сколько был здесь, чтобы вот стадо шло, коров не видел. Смотрите, расщепилось какое дерево. Ни одно... Это вот ураган был, видимо, когда, смотрите, вот висит, повисло. Да, хорошее такое деревце, видите? Вот я, опа, встал на него. О, равновесие. Вот шатает. Оно всегда, когда снимаешь, кажется меньше. Я вот обратил внимание, чем в реальности, чем на самом деле. Ну вот, объезд накатали. Раньше здесь был выезд. Вот тут, где дерево упало. Вот здесь объезд сделали. Видите, вот дорога. Вон тропинка. Пока с этого начинайте, тут готовы. Так, смотрите, я нашел нож чей-то. Это вот, это вот. Так что я выложу это все на видео. На видео. Хозяин найдется. Это знаете, чей нож? Это подполковник сюда приезжал. У него был племянник. Вот этого племянника, вот этот нож. Да, ну может быть. Не объявится, так сами будете пользоваться. Объявится. Ну что, я первая. Первый, да? Если через полчаса не умру, вы не бойтесь. Наоборот. Не помирал. Надо не так говорить. Потому что через полчаса. Если через 90 лет не умру, вот тогда еще да, то тогда еще приеду. Ну смотри, здравый, пожалуйста. Thank you.
Thank you.
все, накупались, напились чая. Теперь едем на Данилово озеро. Сейчас народ соберется, рассядется.